Друзья, всем привет! И спасибо большое за позитив под прошлым видеороликом, благодаря чему не отпустило меня вдохновение, и я продолжил делать самодельный гоночный болид на базе движка Yamaha R1. Обрезал уже ножницами вот эту алюминиевую фольгу, и можно теперь двигаться дальше. Небольшой контроль качества. Но это не удивительно, что здесь все идеально сходится, потому что я обрабатывал сразу две детали. А теперь, ребята, наступает самое интересное. Нужно сделать вот здесь огромное отверстие, чтобы создать хомут. Подшипники будут вставляться через переходную эксцентриковую пластину, благодаря чему мы реализуем натяжение цепи. Делаю прикидочку по размеру строго на глаз. Наконец-то штангенциркуль используется как циркуль. В выгрызании отверстия решил пойти самым наипростейшим способом, ребята. Так что вы недалеки были от правды, что берем дрель и сверлим. Напильником, правда, обрабатывать не буду. Окончательная обработка будет немножко по-другому производиться. Теперь моя задача, ребят, естественно, вот это дело как-то обработать. У меня уже есть план в голове. Если вот это получилось без приспособлений сделать, то есть в лоб взять фрезу и просверлить, то вот все остальное уже высокоточная обработка. И вообще желательно делать сразу две детали. Как я не упирался, но все-таки пришлось сделать специнструмент для расточки гигантских отверстий. Это по факту расточная головка самодельная. Вот здесь есть центральная точка. Можно штангеном измерять радиус вылета резца и делать необходимый диаметр. И сейчас мы попробуем, как она работает. Ух! Опасная вещь какая-то получилась. Как-то надо откалибровать будет. Здесь сверхточность не нужна. В процессе мы подкалибруем. Ясно одно, штука рабочая. Добавляем немножко подачу. И затягиваем. С каждым проходом все мягче и мягче идет. Потому что острые вершины вибрирующие срезали. Единственное, что страдает, это рука. Сотни горячих струшинок впиваются в нее. Ух, неприятно. Стружка руку бомбардирует капитально. Представьте себе, если даже кожу пробивает, какие у меня ощущения. Ну что ж, ребята, смотрим, что у нас получилось, и удивляемся. Смотрите, какая чистота поверхности. Нет никаких ступенек, сделано за одну установку две детали. Если на ЧПУ и получится сделать такое качество, то явно не на обычном портальном. Вот, смотрите, щель. Раз. И ее практически нет. Сделано все соосно, потому что тут штифты стояли. Кто сказал, что цепь сильно короткая и охват на маленькой звездочке будет маленький? Ну, посмотрите, какой он тут маленький. Вы чё? Штуковина уже вращается на подшипниках. Но посмотрите, какие зазоры. Опять токарь просадил втулку. Для предварительного крепления к двигателю и для того, чтобы выставить по осям, выточил болтики из дюральки. Потом их придется переделывать на титановые. Но сразу не сделал, друзья, ибо такого диаметра у меня нет титана, к сожалению. Надо ехать покупать, закупать, тратить очень много времени. Титан не так просто найти. Поэтому сделал вот так, по-быстрому. Суть в том, что эти болты, они на 11. Резьбу я, естественно, сделал на 10, а само тело, оно на 11. И если бы я предварительно вставлял какие-то сюда шпильки, сделанные из десятки, все бы это дело болталось. А так, смотрите, вот оно уже, в принципе, довольно-таки, видите, жестко себя чувствует. И плюс я прикреплю к двигателю, затяну болтами. Все скрепится и все станет в параллели. Я смогу дальше выставлять, вымерять и делать следующие детали. Вот эти круглые. Также еще пришлось сделать втулочку. Ну, втулочка уже останется на болиде. Это часть самого болида. Здесь крепежи разные по длине. Вот этот длиннее, нижний короче. И нужна дополнительная проставка, чтобы уравнять. Поставил диф и теперь можно откалибровать расположение подшипников. Для начала поставил по центрам, то
То есть вот здесь все сходится. С этой стороны, ну если так присмотреться, то тоже все вровень, тоже все вровень. А теперь замеряем, как там звезды себя чувствуют. Ну вот здесь видно уже, что есть некая кленовая небольшая полость. Это говорит о том, что вот эта звезда выдвинута. Поэтому, в принципе, можно делать все по центрам, так как я здесь сделал запас на просаживание звезды, то мы ее и просадим так, в конце концов, ребята. Значит, вот этот чертежик можно начинать воплощать в жизнь. Я его именно так и нарисовал, когда подшипники по краям. Есть все необходимое для этого. Недавно приобрел кругличок. Масштабы растут, друзья. 180 кругляк на 30 сантиметров. Вес 20 килограмм. Цена, не буду озвучивать, космос. Сейчас прям можно ее сразу заряжать в станок и начать обрабатывать. Останется много лишнего. Ну, мне лениво было ждать, пока мне ее там отпилят, забрал всю. Одна из нелюбимых операций — это смена кулачков, потому что нужно очень долго крутить. Вот так ключом. А кулачки, смотрите, они при этом практически не двигаются. Поэтому захотелось немножечко облегчить себе задачу, сделал вот такое приспособление. Надеюсь, это мне облегчит жизнь. Даже шуруповертом это не сверхбыстро, но в разы легче и быстрее. Как на закручивание, так и на раскручивание. Данная болванка, ребята, это практически максимум моего токарного станка. Максимум возможностей. Смотрите, какое маленькое расстояние остается над суппортом. То есть, ну может быть еще 190 можно воткнуть, но 200, наверное, уже шоркать будет. Зарядил ее, короче. Теперь надо отделить каким-то образом кусочек для дальнейшей обработки. Не буду скрывать, очень люблю это дело. Будем драть, будем экономить металл. Основной слой сниму за раз. То есть мне надо со 180 до 160 понизить. Снимаю 2 сантиметра с диаметра. Благо станочек позволяет. Зацените, на каком вылете от подшипника идет росточка. Здесь около полуметра, друзья. Причем росточка идет довольно мягко, хорошо. Выставил деталь по индикатору на необходимый мне эксцентрик. То есть натяжение цепи будет в пределах 14 мм. Игорь, кажется, у тебя заготовка бьет. Да нет, это нормально. Просто станок старый. Идет чистовой проход. Все прекрасно получается. Тут же ж как, друзья. Главное не запороть такую большую болванку. Сделал прослабленные посадки под подшипники. Ну, для данных наружных колец это норма. Перевернул деталь, и теперь токарная обработка у нас производится вот в таком положении. То есть наоборот. Эксцентрик я сделал, теперь надо наружку проточить. Вот такая тяцка, ребята, получилась. Это еще не все, оно еще будет облегчаться. Но боль все-таки присутствует. Знаете какая? Да все та же самая. Теперь оно не налазит на подшипник. Ну вот и финиш. Сжалось. Теперь натяг 4 сотки целых. Ужас. Да уж, вдохновение начинает потихонечку пропадать. Ребята, поднасыпьте лайков на вдохновение. Некоторые вещи, а именно вот, например, внутреннюю канавку, которая должна быть закругленная, сделаю алмазной пластиной. Надо просто сделать хороший радиусок, чтобы не было концентрации напряжения и не лопнуло там. Вот так закругленно получается. Так, берем вот эти штуки. И идем разъединять. Ну что же это? По-моему, это какая-то роскошь.
Окончательно пропыливаю посадку под подшипник, устраняю сжатие. А еще, чтобы 10 раз не перетачивать потом, я проверю, насколько хомут зажмет эксцентрик, уменьшит ли он его размеры. Настроил нутрометр, пробуем. А после зажатия хомутом стало 35 соток. Вот это да! И что же мне теперь делать? Вот сейчас я сильно расширил, буду откручивать, упадет нутрометр. 100%. Видите? Короче, можно регулировать тем самым напряг подшипника. Я в шоке. Нужно будет подрасчитать и этот болт ньютонометром затягивать. Ну, зато теперь собираться будет очень легко. Потому что тут фактически прослабленные посадки. Вот такая, ребят, получилась конструкция. И вы, наверное, можете справедливо заметить, ну все, задний мост уже готов. Нет, ребята, это не совсем так. Во-первых, смотрите, вот тут вот, если присмотреться, можно заметить, что разлинеена плита, и я буду ее облегчать. Здесь где-то 2,5 килограмма лишнего металла. Также нужно подобрать расстояние под цепуру. Я почти попал, но все равно надо немножко доработать. Есть небольшая щелюга. Также нужно разлинеить и дооблегчить эксцентрики, чтобы можно было равномерно натягивать. То есть их нужно крутить два одновременно на одинаковый угол. Ну и так далее. Кому было интересно и самое главное полезно, подписывайтесь на канал и поддержите мое вдохновение лайком и просмотром. Все, всем пока. Дальше будет еще интересней. Звук слышите? Звука нет.